Доброго времени суток, друзья! Я хочу в этом видео поделиться, как можно делать заказ. Если вы зашли в свой личный кабинет, то увидите вот такую вот картину. И здесь вы должны нажать на вот эту кнопочку. Когда вы нажимаете на эту кнопочку, выходит корзина, готовая к выполнению заказа. Для того, чтобы заказать, вам нужно будет вот заказ по артикулу нажать и сюда написать то, что вы хотели бы взять. Например, я хочу взять 118-10. Это мыло кухонное. Ой, освежитель. Освежитель я вот добавила. Я хочу взять спрей. Вот я нажимаю 11153, 1 вот сюда, и выходит у нас вот такая вот схема. Я нажимаю вот на слово добавить, добавляю, дальше нажимаю то, что мне нужно, и вот после того, как я все нажимаю, на переместить корзину вот на черную кнопочку, и таким образом заказ у нас оформляется. И дальше мы нажимаем на продолжить. Мы продолжаем делать покупку. Вот, выходит. Если у меня только этот заказ, то я нажимаю на утвердить заказ. На вот эту вот кнопку. На вот эту красную, вот черную кнопку нажимаю. И вот заказ утверждается. Вот. Заказ утвердился. Это самый обычный просто способ сделать заказ. Заказ ваш создан. Все, ждите. Здесь написано дата. Дата поступления на пункт выдачи. Вот эта дата. И жду к оплате 355 рублей. Вот. Оплачиваю и этот заказ забираю по пункту выдачи, который отправлен. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал и если есть вопросы, пишите.